Охота на Тарбагана обернулась судом. Обернулась межмуниципального отдела МВД России Дзунхимчикский окончено производство по уголовному делу по факту незаконной охоты в отношении. Ураксы, межмуниципального отдела МВД России Дзунхимчикский окончено производство по уголовному делу по факту незаконной охоты в отношении. Ураксы, межмуниципального отдела МВД России Дзунхимчикский окончено производство по уголовному делу по факту незаконной охоты в отношении. Захватывающих капкана после чего решил поохотиться на Тарбагана монгольского сурка, мармауте Сибирике, отряда грызунов класса млекопитающих. Финская популяция, особей которых видел недалеко от Чебанской стоянки. Финская популяция, особей которых видел недалеко от Чебанской стоянки. Шив полакомиться мясом краснокнижного зверька, мужчина установил два капкана возле норки Тарбагана, недалеко от Чебанской стоянки. Шив полакомиться мясом краснокнижного зверька, Мужчина установил два капкана возле норки Тарбагана, недалеко от Чебанской стоянки. У Тарбагана и капканы браконьер принес на Чебанскую стоянку, где они были установлены и изъяты сотрудниками полиции. Классно расчету, произведенному на основании приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, имущественный ущерб Государственному охотничьему фонду РФ с учетом экологической ценности и численности популяции данного вида животного на территории Республики Тыва. Ставил 15 тысяч рублей. Коньеру предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного П.